Поздравляю ГЗХ с победой. Они, наверное, больше заслужили. Вот. У нас, к сожалению, еще говорю, что Салют играет, по большому счету, за счет середины поля, именно что полузащиты. Но на данный момент у нас выпало 3 игрока, которые определяют игру. Вот. Есть у нас проблемы в защите, есть проблемы с нападающими. Вот. А вот за счет за середины мы, в принципе, все время играли. Но, к сожалению, когда не хватает людей, которые определяют игру, вот оно и сказывается. Вот. А так, ну, что можно сказать? ГЗХ с победой, поздравляю. Последнюю игру мы сыграли таким составом, атакующим, то есть Кобялка, Хазов, там, Парников, Курсунов, Бреев, там, Друзин, наверное, где-то в начале августа. Мы долго ждали, когда у нас все восстановятся. Сегодня, кроме Ахмедова, который и дисквалифицирован, небольшая травма, есть все в строю, все. Кто-то там в меньшей степени готов, кто-то в большей степени готов, но сегодня все в строю. Наконец-то мы сыграли этой парой нападающих, но отсюда результат. Как бы мы знаем, что у нас сильные нападающие. Сегодня они это и продемонстрировали, и забили, и отдавали. Знали про проблемы Салюта. Правильно тренер сказал, что играет за счет середины поля, а сегодня несколько человек выпало, и в целом-то, я считаю, мы в середине поля именно имели преимущество, хотя готовились именно противодействовать именно центральным полузащитникам соперника. Ну а в целом-то, хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой холод, в такой непростой как бы погодных условиях пришли и поддерживали нас. Спасибо.